Сегодня раскроила футболку с тонкого трикотажа, с рукавом до локтя. Этой футболке хочу пришить нагрудный карман и показать вам, как я это делаю. Для удобства сделала шаблон кармана 10 на 10 плюс 7 мм на шов. По шаблону выкроила карман. Припуски на шов заутюжила для удобства. На кармане будет небольшой клапан, который я продублировала. Для удобства я использую клей-карандаш. Подклеиваю под гибку, чтобы удобнее было прострочить. Манжету и карман обрабатываем на оверлоке. Сверху прокладываем декоративную строчку и закрепляем оверлок. Выкроила дополнительный клапан, который будет пришиваться к футболке, а на него пришиваться пуговица. Для обработки петли имеется такая лапка, куда устанавливается пуговица. Пуговица устанавливается вот так. На машинке выбираем режим от 52 по 59. Устанавливаю 56. Петлю выполняю вначале на образце, потом намечаю на основной детали. Петля по размеру пуговицы готова. Аккуратно прикладываем пристроченные планки. Здесь уплотнения должны быть срезаны. Карман готов. Можно застегнуть на пуговку. Карман будет действующий. Спасибо за внимание.